Мы подъезжаем чинно, мы же аисты. Аисты едут чинно, аисты чинно едут. Показывай аккуратно, тут все собьют сейчас все. Нам надо подъезжать, мы же тоже едем. Нас очень важно. Вот Рам приехал, видишь, а мы аисты приехали. Здравствуйте всем. Вот, цензура, все вы. Здорово, да, здорово, аист, здравствуй, аист. Уважение какое. Ты расскажи лучше людям, как тебе удалили твое сообщение сегодня, здорово. Великое. Расскажи. Пусть все знают, это пусть люди все знают. Да. Почему так почему произошло? Удалили? А что ты написал там? Что я написал? Ну что ты написал там? Смотрел. Ну в какой теме ты написал и что? Мы должны знать. И мы потом, я-то сделаю потом, какие сволочи, как зажимают наших велосипедистов. Во втопике. Свои своих не ценят, не любят и не уважают. То есть у человека три внука, а какой-то там модератор, которого мы даже не видим. Ребенок, по сути дела, на каяке плавает по форуму и удаляет сообщения чужие. Удаляет, гад. Я ему запишу крупными буквами, чтобы они поняли. И что с ним делать будем? За ВДВ? Да. Что делать будем? Надо вызывать на бой. Что при предназначении делать? Да. Надо вызывать на бой. Ну, что делать? На бой надо вызывать, ну. Конечно. Ну что ж делать? Будем тогда присутствовать при этом. Бой надо вызывать, да, что делать? Я еще буду добиваться того, чтобы вот мой дорожник ездил по дороге. Это правильно. Ты помнишь то время, какое у него был велосипед? А у вас это спросят, вы скажете, я помню, у меня не меняется. Я за стабильность в обществе, это главное, я стабилен, скажите. Вот, цензура, все вырежь, даже и тут, понимаешь, что мешает этой теме валяться, а ее удалили, твою тему. И здесь не было, говоришь, директивы никакой, нету, а все равно удалили. Так где у нас цензура? Она в наших головах поселилась, и это уже все, понимаешь? Это уже диагноз. Нет, так тем более, что тема, офф-топ, говорите о чем угодно, там ну, начинай. Я пишу, что я думаю. Ну. В какой-то теме можно раскрыть. Даже пускай фантазии, прям с ним. Нет такой. Вот. Это я и поднимаю на всех сайтах, где вот дурацкая модерация. Это вот именно отсталость и убогость. Удалять то, что ты не понимаешь. Ты вначале пойми, а потом удаляй. Правильно? Модератор, он должен быть достаточно высокоразвитой личностью, а не товарищем Шариком, понимаешь? Это принципиально. Но, к сожалению, опять же, вернемся к нашим реалиям. А они такие, какие есть. Такие вариант, понимаешь? Что-то я там полетел, что-то мне там не понравилось, или что-то мне стало сомнительно, так я решил удалить. Ну а мало ли что. А так уже точно нормально. Про полочку такую на бульбяных полях. Сжимаю я в своей руке. Свет науки врежет где-то вдалеке. Для науки совершил я много дел. Препарировать лягушек, видно, мой удел. Я препарирую лягушек, я давно хочу понять, почему они умеют громко квакать и скакать, почему они не